Привет всем! Вы на канале Боксинг. И это последние новости бокса. Райан Гарсия против Люка Кэмпбелла. Диллиан Уайт разошелся с тренером всего за 6 недель до боя с Поветкиным. Слова Карлоса Такама после боя с Джерри Форестом. Как сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, американский проспект легкого веса Райан Гарсия дал согласие на поединок за временный титул против британца Люка Кэмпбелла. Golden Boy подтвердили, что Райан Гарсия примет участие в бою. Британский претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт, который, как ожидается, через 6 недель встретится с российским экс-чемпионом Александром Поветкиным, сообщил в социальных сетях о расставании со своим тренером Марком Типсом. Уайт просотрудничал с Типсом около 4 лет и под его началом вышел на первую строчку рейтинга WBC. «Чтобы все знали, я и Марк Типс больше не работаем вместе, как боец и тренер. Я отправился тренироваться в Португалию, в то время как Марк остался в Англии с молодой семьей и собственным залом», написал в социальных сетях Уайт. Слова Карлоса Такама после боя с Джерри Форестом. «Подготовка получилась непростой. 14 июня я должен был драться с Оскаром Ривасом, но мистер Ривас не смог выступить из-за травмы. Затем мой промоутер позвонил мне и сказал, что у него есть бой для меня. Я просмотрел резюме Фореста и сказал: «Хорошо, погнали. Я хочу встретиться с Ривасом. Я намерен подраться с кем-то из топ-5 или сразиться за титул, если это будет возможно»,